Всем привет! Пришла в магазин. Сейчас буду выбирать мебель для своей будущей квартиры. Ну вот именно такую, конечно, мне не купить. Это не по моим деньгам. Просто посмотреть, как в музее, видите. Красота неописуемая. А мне нужно что-нибудь попроще. Я говорила, что у меня будет однокомнатная квартира. Спальня всего 11 квадратов. Значит, мне нужна односпальная кровать. Причем кровать я хочу, наверное, вот такого типа, чтобы была спинка, чтобы не терлись обои. Что-то вот надо подобрать, посмотреть. Ширина кровати, наверное, минимум 90 сантиметров, потому что 80 или 75 это вообще для меня очень узко. Пока что я не знаю, что я выберу, но я посмотрю, какой представлен ассортимент. У нас три вида на самом деле вот такого плана. Такой, какой вы видите. Потом у нас есть с одной спинкой либо слева, либо справа. И еще немножечко интереснее есть с подлокотниками повышеннее. Показать? А, ящик этот выдвигается? Нет, нет, он не выдвигается, не выдвигается, он поднимается. То есть вот эта вот часть, она подъемная. Она будет выглядеть вот так. То есть, это ортопедическое основание? Совершенно верно, ортопедическое основание. Это кровать. Угу. На которую вы можете положить. А что, ложится прямо на пол или там все-таки будет? Нет, нет, она, я покажу сейчас на другой кровати, если позволите. А есть просто без обтяжки, просто деревянная? Нет, у нас нет такой. С обтяжкой? Да, у нас с обтяжкой, у нас ткань или прихожая, что вы захотите. Угу. Вот. И ширина спального места здесь сколько? Разная, может быть 80, может быть 90 или 120. Угу. Будет вот, а, ну так, вот, вот так. Ага, одно. Такое утепление там будет, можете посмотреть. Три уголка. Здесь саморезы мы не используем. Используется болтовое соединение. Ну да, поняла. Вот, там будет так. Тоже ортопедическое основание. Конечно. Все с ортопедическим основанием. Любой матрас, который вы захотите, который вам понравится, положите туда. А кровать с матрасом продается или отдельно? Все отдельно. Все отдельно. Да, все отдельно. И сколько будет стоить вот такая кровать? Вот такая кровать. А размер у нас какой будет? Ну вот на 90. На 90. Минуточку. На 90 будет стоить со скидкой 23 990, и ящик внутри 6000. То есть 30 000 получится кровать. Без матраса. Без матраса. А матрас? А, матрас может быть в районе от 7 там или чуть поболее. Смотри, как. Тоже у вас покупать или отдельно? Можете у нас, можете в другом месте. Ну, мы сами делаем. Это фабричное производство. Здравствуйте. А что цены не вижу, сколько стоит? 50-310. Без матраса. А, матрас еще отдельно? Да. Ага. На матрас там минус 50% скидка. Понятно. Это, а нет, ширина? Есть вот это 90 на 2. 90. Есть 120 на 2. А 120 на 2 сколько стоит? Дороже же? Вот 90, хорошо. Прайс 75-125 минус 25%. 56-344. Угу. Это 120 на 2 с двумя есть. А какую вы скидку сделали? Минус 25%. Ну, это что? Это скидка. У нас сейчас идет акция минус 25% на мягкую мебель.
И еще, если, допустим, мягкую, да, покупать, то плюсуется еще категория ткани. Но здесь мягкого нету, то есть мы делаем. Подушки просто декоративные? Да. А цвет только такой дерева? Или можно выбрать? Цвета, да, три основных цвета. Это орех, венге и махагон. Это три основных цвета. Светлее помню. Хотелось бы. Вот этот, да, самый светлый? Можно. Ну, образец дорогой 207, а реально купить за 88 100. Только другая ткань будет, категория другая. 88 100. А цвета вот такие, пожалуйста. Посветлее какой. От материала не зависит цена? В смысле? От материала дерева. Вот за вот эти цвета не берутся доплата, а вот за это небольшая идет доплата там, в размере, по-моему, 4710. А так, вот реально любой цвет, который вы покажете. Понятно. Ну, вот даже да, вот это 90 уже вполне. Это очень хорошо. И тут, ну, реально, вот 80 я... мне мало. Это 90. 90 нормально. Да. Спасибо. Здесь что у нас? Березовые ламели вдоль спального места. Все, здесь нет ничего такого вредного. Хорошо. Спасибо. А вот смотрите. Деревянная кровать более скромная. Я думаю, наверное, подешевле. И она более элегантная, мне кажется. Да, мне кажется, покрасивше, чем та первая. Очень. Мне вот это больше понравилось, по идее. Размер спального места. Здравствуйте. Да, покажите, как он раскладывается. Она не раскладывается, она поднимается. А, поднимается ящик. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. И тоже расцветка может быть разная, материал может быть разный. А в связи с чем такая скидочка у вас? Ну, в связи с тем, что проходят вот все праздники. 11 число, неделя у нас вся такая. А Черная пятница? Вот, вот она и растянулась на всю неделю. На всю неделю. Все ясно. До конца недели. Спасибо. Еще она, ну, размеры какие могут быть? 80, 90, это 90, еще 120. Не, вот 90 оптимально. Сроки изготовления также месяц. А, 10 дней, ничего себе. Да? Быстро. А у вас есть подобные? Без обтяжки ткани. Без деревянные. Вы имеете в виду вообще, чтобы не было? Да, да. Нет, деревянные. Вот мягкая мебель у нас. С обтяжкой. Производит фабрика только, да, мягкую мебель. Другую не делаем. Понятно. Все, спасибо. Ну, и что как у вас? Фабрика производит. И... Это ваш магазин? Да, это от фабрики мы напрямую делаем. Слушайте. Тахта ваша, да? Наша. А можно поднять ее? Там какое дно у него? Постель можно спрятать. А ширина? Ширина какая? Смотрите, если вы, ну, глубина. 95. Да, это глубина считается. Глубина, ширина. Да, да. Спальное место, то есть вот самое, 88. 88, ну почти 90. Ну, да, да, одна спальня. Но если на заказ, вы можете заказать и 90, и даже метр. Но это уже... Цена будет другая. Да, это идет как индивидуальные вот заказы. То есть это стандарт. Понятно.
И также будет обивка разная. Да, обивка также любая, пожалуйста. А срок изготовления? Ну, гарантию не даем до Нового года, но возможно. Не, мне не надо к Новому году. Скорее, январь месяц, скорее всего. Угу. И ножки высокие. Да. Нет. Спасибо. Пожалуйста. Хотя бы одну ланиль, она выдерживает одна, до 25 килограмм. Глубокая. Плюс матрас. Вот я со всей силы давлю. Она не детская, она для взрослых. Ну, матрас же может быть любой, мягкий, конечно, средний, да. Твердый. Это мягкий считается. Для а жесткое, вот ровное основание может быть? Ровное жесткое основание? Да, вот без ламелей. Да, без ламелей. Вам нужна темная мебель вообще или светлая? Светлая, ну может не совсем светлая, но что-то близко к этому. Пойдемте покажу. А какая ширина? Или... Ширина спального места здесь метр. Есть ширина 90, а чуть-чуть тут поуже туда. 2 метра... Так, тут только по краям. А вот защитить стену, чтобы не терлись обои. Пойдемте покажу. Вы как раз говорили про жесткое основание. Оно у нас есть, оно как раз защитит. Да, здесь, вот. Теперь смотрите. Ну вот здесь вот, наверное, точно детская, да? Нет. Розовенькая. Она может быть полностью вот в таком вот исполнении. Этих вставочек может не быть. Понимаете? А ящики на полозьях или на колесиках? На направляющих шариков. На полозьях. Да. Угу. Понятно. Шариками. И сколько это стоит, эта кровать? Эта кровать дороже. Она стоит около 30 тысяч. 30 тысяч. На фронтовую гарантию вы получаете бессрочно. Понятно. На корпус кровати вы получаете гарантию. И вот опять же. У вас вот такая вот цена. Ширина метр, да, сказали? Ширина здесь уже 90. Будет. Тут 90. 90, да. Но может быть тоже метр. Нет, метр не может быть, если вам нужен метр. Давайте... Так, вам нужно к стене поставить, да? Да, чтобы вот обои не терлись. Ну вот из вариантов вот бюджетных, кровать с диванчиком, вот они здесь вот представлены. Угу. Но я бы лучше... Ну 90 тоже нормально. Ну да, 90 я бы рекомендовал, конечно, во-первых, да, она дешевле, она для взрослых специально сделана. С чем связано? Но там спинки нет тоже? Или может быть? Там может быть спинка, но это будет дороже. Так, у меня тут звук, смотрите, у нас... Есть приставка. Не все матрасы, естественно. За счет матраса является жесткость самой кровати. Она может быть на ламелях сделана. Ламели — это для взрослых. Спят взрослые на ламелях. Кладут себе просто матрас пожестче. Даже вот такой матрас. Один из самых жестких. Он беспружинный. Анатомически правильный матрас и жесткий матрас. И еще и маленький. Понимаете? И еще, по-моему, довольно-таки... Да, а средние жесткости, они на пружинах? Средние жесткости, смотрите, на пружинах, проще, смотрите, я сейчас вам объясню, в чем преимущество одного, в чем преимущество другого. Смотрите, беспружинный матрас считается самым анатомически правильным, его преимущество в этом. Его минус в том, что вот этот вот слой, он во всех беспружинных матрасах будет присутствовать, и он со временем у вас немножечко... Угу. Во всех матрасах без пружин будет именно так. В пружинном блоке такого не случится. Там железо. Здесь уже матрас может быть 7-зональ, 5-зональ. Угу. Здесь может быть совершенно другая прослойка, как войлок, обычный войлок, один из жестких материалов. А что такое 5-зональ, 7-зональ? Это что, зональ? Матрас имеет длину 2 метра. Да. Эти 2 метра поделены на зоны. 5, 7, 9. Несколько из этих зон жестче. Там, где у нас части тела тяжелее. Вот. Мы ложимся на матрас. Соответственно, часть тела, которая тяжелее, давит сильнее. Но так как матрас поделен по зонам, вы не провалитесь нигде. И это будет тоже анатомически правильно. Поняла. И люди с проблемной спиной берут себе вот такой матрас. Он дорогой, конечно. Но вот тех, у кого спина проблемная, вот эту берут. И сколько там зон? Здесь 9 зон. 9 зон. Это самый навороченный матрас. Угу. Самый дорогой. Ну, здесь уже, понимаете, и наворотов больше. Намного больше. А самый дорогой, это значит, какая цена? Нет, самый дорогой вот. Мы рекомендуем вот этот. Ну, он дешевле. Ну, он сколько? Вот этот будет в цену, как бег кровати. Сейчас около
65 тысяч рублей. Это уже не для меня, вы же знаете, а уже советуете. Мне поскромнее что-нибудь. Я про него вам просто рассказал немножко. Ну там с ящичками лучше. С теми? Да. Здесь поднимать надо, усилия прикладывать. А там раз выдвинул. Хотите знать цену? А почему они делают метровую? Метровую? Вот эту вот? Угу. Спасибо. Все равно же делают. В основном для детей. Детям не нужно... Либо... Детям нужно либо на 90, а вот либо я и на говорю, 160, сразу понимаете? Я же вот говорю, что детская. Вы говорите, нет, не детская. Так она специально она в детской коллекции стоит. Угу. Ее берут для детей. Но ее же не обязательно весь гарнитур вот этот брать? Конечно, вся мебель у нас модульная. Модульная мебель, она выбирается индивидуально под вас, допустим. Угу. Если вы хотите шкаф, пожалуйста, можно шкаф. Понятно. Отдельно это пол, пожалуйста. Еще раз, сколько вот это стоит кровать? Пойдемте, я вам тоже специально. И вот я вижу программу, на которой вы можете квартиру обустроить. Смотрите, у нас есть услуга выездного дизайнера. К вам приезжает, вы ее, допустим, заказываете. К вам бесплатно приезжает профессионал, замеряет вашу комнату, помещение, квартиру. И все по размерам ставит. И все по размерам ставит здесь, отрисовывает, фотографирует. Это выглядит как в реальности. Да. И вы получаете уже визуальное понимание, что можно сделать с вашей комнатой. Это самое главное. И сколько он делает вот образцов? Образцов? 2-3. Да, как скажете, 3 вообще, бесплатно. Ну, на бесплатно сколько? Бесплатно сколько угодно. Если вы хотите с нами работать дальше, вы можете дальше. Мне вот это переставить сюда, вот это переставить сюда. Следовательно, мы из этого понимаем, что вам нравится наша мебель. Вот и все. Вот. Также у нас есть беспроцентная рассрочка. Если когда-то там покупали вещи в рассрочку, уже знаете, что это. Если не покупали, то Понятно, да. Вообще чистое. Не рассказывайте, знаю. Ага. Главное, что у вас в программе можно все это поставить и увидеть, как будет выглядеть квартира. Значит, я могу прийти к вам с планом квартиры, да, и вы мне все поставите. При вас нарисую вам комнату. Угу. Ну, я в любом случае вот это все покажу дочери, мы с ней посмотрим, посоветуемся. Вот, потому что я же одна пришла, и она мне скажет: мама, ты что выбрала не то? Или наоборот: мама, вот это хорошее. По сегодняшней скидке цена вашего комплекта составляет 51 406 рублей. Ну, в принципе, это нормально. С хорошим матрасом, с кроватью, с доставкой, со сборкой, под ключ. Ничего, ни за какие подъемы на этаж, платить больше не нужно. Просто под ключ привезут, соберут. Вообще, должны еще пыль потереть, но это у них уже как-то там написано. Ну, ладно. Вот. Ну, нормально. Пыль только не нужна. Вот, а так вот. И тут еще. А также скажу вам, в чем плюс, преимущество того, что вы, допустим, берете мебель не с сайта, а у нас, в офлайн-магазине. Вы зашли на сайт, купили там мебель, вам просто ее оформили и привезли. Все. Да. Здесь у нас. Здесь вы, я увижу, пощупаю. Пощупали мебель. Полежал. Первое. Самое главное. Вам, допустим, понравилось. К примеру. Вы хотите это купить. Но цена вас не устраивает. На 2-3 тысячи. Да. Можно с вами договориться, да? У нас есть директор, живой, настоящий директор. Мы ему можем позвонить и попросить о чем-нибудь. Хорошо. Вот. Поняла. Так что... А может быть, вот такую вот откидную кровать? Можно ее поднять, в стену спрятать. Там получится диванчик. Но расцветка, конечно, будет разная. Не обязательно именно такая. Хотя вот мне не особо нравится. Белорусская мебель. Это тоже кровати, хотя выглядят как диваны. Ширина здесь тоже может быть разная. И 90, и метр, и 1,20 м. В общем, я в принципе все равно хочу со спинкой. Оно и как диван будет выглядеть, и в то же время это полноценная кровать. И самое главное, обои не запачкаются. Но пока я ничего пока не выбрала. Я покажу это видео своей дочери. И вам тоже покажу, что вы мне посоветуете, что можно.
Как вы думаете, что можно поставить в 11-метровую спальню? В общем, пишите ваши советы, я все прочитаю, возможно, учту.